Зрелище с участием лидера Федерации силового экстрима России и участника общероссийского движения «Ветераны России» проходило в самом сердце Элисты, Республики Калмыкия, возле пагоды Семи дней. Сергей Агаджанян сдвинул микроавтобус весом 3,5 тонны на 212,5 метров всего за 3 минуты 57 секунд. Уникальность достижения заключается еще и в том, что при этом люберецкий богатырь силой своих легких разорвал 6 медицинских грелок. 3, 2, 1, старт! Автобус двигается! А где поддержка, друзья, не слышно вас? Первая грелка пошла! Восхищение русский Халк вызывает даже у именитых спортсменов. Так прокомментировал выступление рекордсмена. Вице-чемпион мира по силовому экстриму, 8-кратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев. Сергей в очередной раз доказал, что возможности здорового спортивного человека безграничны. Еще никто до этого не передвигал в одиночку автобус на такое расстояние. И да, не забывать про грелки. Это специфическая фишка русского Халка. Поддержку, Сергею, поддержку, друзья! Ждем новых свершений и новых побед от русского супергероя. Юлия Байдакова, новости Искра Вект.